Сегодня 13 апреля. Участок поля, где был посеян горох, это первый сев. Предшественник здесь яровой ячмень, сеялка Great Plain. То есть вот на 9-й день вот такие вот, вот настолько горох пророс. То есть наклюнулся уже, бросил корешок, ну и скоро будет выходить. Я думаю, еще дней 5 точно посидит. Влага недалеко, почва периодически подмерзала. То есть влага где-то на глубине там 2-3 сантиметра, а дальше уже все хорошо. Глубина посева вот на данный момент где-то до 6 сантиметров. Ну, понятно, в среднем где-то будет 5, потому что все равно участок не такой равномерный. Это сорт Rocket. Норма высева здесь 1 миллион или в пределах 1 миллиона, плюс-минус. А после посева было прикатывание. До посева здесь была предпосевная культивация. Больше связано было с тем, чтобы выровнять участок, так как это вспашка. А сеялка прямого посева без предварительной, без такой опции, без выравнивания. То есть там идет колтер, дисковый сажник след. То есть она прорезает и сеет, ну и закрывает борозду. В целом неплохо все. На самом деле, как бы когда проходила эта сеялка, было достаточно страшно. Потому что колтеры, они, можно сказать, пахали. Но сейчас неплохо выглядит. И одно из преимуществ такого посева — это то, что, допустим, у нас преимущественно сеялки торопит. Работают Rapid 800S, у которых есть предварительная обработка почвы, то есть дисковые, два ряда дисков. И они преимущественно перемешивают почву, то есть они слой этот иссушают. А вот как раз Great Plain, он не перемешивал этот слой. Открывал борозду, колтер, и двудисковый сошник эту борозду во влажную уже помещала семена, высевала семена, и следом уже была прикатка. То есть понятно, что это вспашка, здесь влаги больше, здесь она не глубоко, в итоге все равно влага выровнялась по горизонту. Это вот одно из таких вот преимуществ было этой сеялки.